Друзья, ну и сейчас наша рубрика «Онлайн-обзор отелей». Сегодня в ней отель «Гранд Парк Бодрум». Я напоминаю, что все ваши вопросы вы можете задавать на сайте hottour.com.ua. Открываете, нажимаете кнопочку «Открыть чат», и все вопросы, которые интересуют вас по «Гранд Парк Бодрум», пишите нам. Ну и, конечно, забронировать этот отель вы также можете на «Гранд Парк Бодрум». Сегодня у нас первый онлайн-обзор по этому отелю, у нас будет целая серия, и сегодня такой общая информация об отеле, что там есть, где он находится и вообще, что это за отель. Говорили мы очень много про Кемеры, и вот очередь наконец-то настала поговорить о Бодруме. И вот мы сейчас находимся на карте и будем смотреть, сколько тут добраться будет времени от аэропорта до самого отеля. Тут показывает у нас 57 минут. Все верно, могу тебе 50... сказать, что четко, вот именно, четко 57, вот именно 57 минут. Не 60 минут, не час. Вообще, знаешь, могу сказать по поводу вот трансфера. Если мы сейчас видим карту, 57 минут, если мы прилетаем в аэропорт Бодруму, то путь и дорога до отеля, это, знаете, как обзорная экскурсия. Она очень красивая, горы, море, вы все видите, видите окрестности Бодрума и видите непосредственно сам Бодрум. И когда вы едете, смотрите по сторонам, это в основном горы, такая горная местность. Вот меня сейчас какой-то пляж тут занесло, я не знаю, откровенно говоря. Вот я первое, что мне вот захотелось, просто вот так вот телепортировался, вот это по дороге, кстати, от аэропорта. Ну, действительно, по дороге мы можем встретить несколько других отелей, но до самого отеля Grand Park Bodrum ехать примерно 57 минут, ну, трансфер, индивидуальный трансфер, мы добирались, это час. Возможно, если будете заезжать в другие отели, то это будет немножко больше, но непосредственно расстояние от аэропорта к центру Бодрума, от Grand Park Bodrum 22 километра, и международный аэропорт Милос Бодрум, это 55 километров. Отель находится, Гранд Парк Бодрум, на первой береговой линии. Общая площадь его составляет 20 тысяч квадратных метров. Могу вам сказать о том, что отель небольшой, это бутик-отель. Всего 232 номера, это то есть 468 койко-мест в этом отеле. Два корпуса, главный корпус и бутик-корпус находятся в этом отеле. Вот скажи, вот сейчас вот я тут Google карты подзагрузил, это территория отеля или это вот уже, я так понимаю, к сожалению, мы внутрь туда попасть не можем, но ты узнаешь это место? Смотри, или это окрестности? Ну, на самом деле, могу сказать, один из плюсов этого отеля, если вы хотите отдохнуть, вы устали от городской суеты, это не он, тишину, вам хочется больше какой-то тишины, вокруг отеля абсолютно ничего нет, он находится в поселке, в деревне, и для того, чтобы даже вам добраться до каких-то ближайшего поселка и магазинов, нужно брать такси, и даже пешком идти нужно минут 50 от отеля, чтобы вот выйти вот в какие-то сувениры, так что если вы устали от городской суеты, то это уникальное место для того, чтобы расслабиться вот это, и насладиться тишиной. Ну, давайте отметим то, что Grand Park Bodrum, он следует всем идеалам и стандартам сети отелей Corendon. Он имеет этот отель территорию 20 квадратных метров. 20 тысяч квадратных метров. А я вот так вот три нолика взял и перечеркнул, оставив только один сан узел, в который может вместиться в эти 20 квадратных метров. Но все-таки 20 тысяч квадратных метров, плюс того, что он находится на первой береговой линии, 200 метров до пляжа, и работает он по системе питания «Все включено». Есть и рестораны а-ля карт, так же само, как и в отеле «Кемер». Это и ресторан итальянской кухни, и ресторан барбекю. Что касается номерного фонда, он здесь представлен около 300 с чем-то, точно сейчас я... Да, я могу сказать 232 номера 232 в этом даже. Отеле, 468 койко-мест, это два корпуса, главный корпус, он более такой активный, там всегда на бассейне музыка, и у нас есть бутик-корпус, который там, где нету музыки на бассейне, он стоит чуть-чуть рядом, там есть собственный релакс-бассейн. Ну вот я вот сейчас вот подзагрузил, вот, наверное, скорее всего, это он, да, я так понимаю? Нет, это основной корпус отеля Grand Park Bodrum. Видите, здесь Давайте основной бассейн. Будем искать. Это все тоже тот же основной.
Это основной корпус, вот мы видим его. Это главный бассейн, я могу сказать, от номера до пляжа. 2 минуты идти. У нас, кстати, сегодня еще будет также скайп-включение с Gastrolation отелем Мехри Атанзинова. Она сейчас в Гранд Парк Бодрум находится, я вот уже ее вижу. Чуть-чуть мы скоро настроим технические... наши возможности, да, да. Чтобы наконец-то... Переверни, пожалуйста, вертикально телефон. Мы уже вот чуть-чуть настраиваемся технически. Переверни телефон, пожалуйста. Переверните, пожалуйста, телефон. Ваш. Мы знакомы с Мехри. Она говорит, что гость отеля может называть его Маша, русскоговорящая. Наверное, плохо. Вы нас хорошо слышите? Хорошо слышу, к сожалению. Переверните, пожалуйста, ваш телефон в горизонтальный режим. Горизонтальный, конечно. Да, 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 да. Но что-то картинка как-то не меняется, как ни странно. Сейчас пока наш режиссер поможет настроить Gastrolation Hotel Grand Park Bodrum нашу скайп-связь, чтобы все было отлично, мы будем с Сашей продолжать говорить об этом отеле. Вот фотография. Вот номер, давай вот перейдем к нему. Это стандартный номер. Могу сказать, что в стандартном номере размещение максимально 2 плюс 1. Там есть одна двухспальная кровать или две односпальные кровати. Там есть диван такой вот. И я так понимаю, что это дополнительное койко-место, если вы отдыхаете с ребенком. Или же вы можете разместиться в этом номере втроем. Стандартный номер площадью 22-25 квадратных метров. Конечно, там есть ванная, туалет, балкон и напольное ковровое покрытие. Вот я так смотрю, что тут балкон, я не знаю, это вид с номера или нет. Как в стиле круизного лайнера. Так и хочется туда выйти и расправить крылья, как в «Титанике». Вот здесь вот это также, я думаю, что это не стандартный номер. Это прям вид на море, на панораму Бодрума. Я думаю, что это сьют или делюкс номер, или суперьер, которая также есть в этом отеле. Хочу добавить, что в этом отеле его особенность, то, что там очень много всего для людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь очень комфортно можно перемещаться к бассейну, к пляжу, там есть отдельная зона, есть отдельный резерв в ресторане, то есть для людей с ограниченными физическими возможностями, и, конечно, есть номера для таких людей. Так что скажи, вот персонал, на каком языке он общается? То есть, я так понимаю, турецкий, английский, это понятное дело. Ну и как они вот русскоязычные? Могу сказать, что изюминка самого Бодрума, что это европейский курорт, и отель Grand Park Bodrum более ориентирован на европейских туристов, но туристы с Украины, России там также есть, русскоговорящие. И вот наша Gastrolation, она говорит на русском языке. Вот. И в любом случае бармены, официанты и персонал отеля обязательно вас поймут. Но, в принципе, это отличная возможность попрактиковать ваш английский язык здесь, вы это сможете. То есть здесь нет ощущения, что вы приехали на вторую дачу. То есть здесь все-таки чувствуется, что вы где-то за границей, в Европе. Ну что, давайте, наверное, уже будем знакомиться. Здравствуйте! Алло, алло! Вы нас слышите? Видите? Да. Мы уже в прямом эфире? Отлично, ребят. Хорошо. Расскажите, как у вас сейчас с загруженностью? Сколько туристов у вас сейчас находится, перебывает в отеле? В каком они находятся настроении? Конечно, загруженность отеля у нас в связи с праздниками, конечно, очень большая. 80%. Из 100%, 80% отелей уже загружено. 40 из них русские наши туристы, гости. Остальные 60 это как европейский портфолио, так и местный. Угу. То есть, в принципе, отель заполнен на 80%. Скажи, пожалуйста, открылись ли а-ля-карт рестораны? Могут ли уже гости отеля посещать а-ля-карт рестораны? Да, конечно. У нас... система а-ля карта состоит из 3 видов кухни. Это итальянская кухня, турецкая национальная и барбекю. Запросы, конечно, на а-ля карт у нас очень большие. Гости достаточно довольны нашей кухней. Буквально вчера я организовывала пару ужинов для наших гостей. У нас есть специальный ресторан а-ля карт, который находится в здании бутик «Аннекс».
Мы организовали им прекрасный ужин с прекрасной обстановкой. В общем, все остались довольны. Хорошо, скажите, вот у нас завтра будет отмечаться праздник День молодежи вот в Украине. И День Конституции. Да. День Конституции еще. Но в большей части, конечно, молодежь у нас немножко этот праздник по-своему празднует. И будет ли какая-то у вас в честь этого программа в дискотеке? Может быть, кто-то к вам из артистов приедет? Да, конечно. Мы не знаем, как бы не отмечаем, точнее, праздники, такие как День молодежи и Конституции, так как они не знают об этом, ну, кроме меня. Но помимо этого, при каждой возможности, при каждых праздниках мы организовываем шоу-программы, все различные концерты, живая музыка. Буквально вчера мы приглашали гостей, музыкальную группу, которая, в принципе, очень даже здесь знаменита в Бодруме, я вам так скажу. После этого мы организовали дискотеку. Так как у нас сейчас очень большая загруженность в отеле, соответственно, у нас очень большое количество детишек. И для детишек мы отдельно устраиваем детский мини-кидс-диско. Ну а как вообще погода сейчас в Бодруме? Ой, Жан, жарко, очень жарко, буквально, сейчас я тебе скажу, это уже почти под 40 градусов, но основной, конечно, плюс Бодрума, то, что нету сырости здесь, нету влажности, прошу прощения, поэтому, в принципе, выживать можно, но, естественно, замечательный, большой плюс, легко загорать, люди радуются, всем все нравится. Вот, ну, могу сказать то, что вот Wi-Fi в отеле вообще отличный, вот можно спокойно разговаривать по всей территории отеля, Wi-Fi бесплатный. Ну вот, допустим, сейчас я вышла на территорию бассейна, связь, как вы видите, замечательная. А если вам не сложно, вы можете немножко отвести камеру от себя и просто показать вот непосредственно от первого лица виды, пейзажи, окрестности вот отеля. Ну, просто отвести... Могу тоже вас познакомить с нашей гостьей, Натальей. Она у нас с Москвы, если Наташа, хотите. Наташа, привет, я ее знаю. Я знаю Наташу. Натали, привет. Как вы поживаете? Привет, ну как вы, девчонки, как дела? Отлично, отлично, нам очень все нравится. А что именно? Погода вообще супер стала, а? А что именно? Больше всего, что вам понравилось за время вашего отдыха в Гранд-парке? Изменилась погода, стало гораздо теплее. И вечерами тоже, перестал вот этот быть холодный ветер. Вот, каждый день шоу-программы, живая музыка на пляже, всякие диско, и просто здесь вообще какое-то сумасшествие стало. Отель полностью забит на 100%. Шоу, такие прекрасные шоу, буквально каждый день, то латиноамериканские, то кубинские, то акробаты. И все это на таком высшем уровне, что это вообще что-то с чем-то. Питание просто, вот ощущение, что просто кормят на убой. Потому что просто настолько все вкусно, что невозможно. Появилось то, чего я не видела никогда в Турции, хотя была здесь вот 19 раз. Поэтому в самой Турции, в Бодруме я впервые. И я надеюсь, что не последний, потому что здесь настолько классный климат сухой, что просто ни с чем не сравнимый. Именно в этот отель бы вы еще бы вернулись бы, приехали бы второй раз? Обязательно. После того, как вы уехали, я еще делала спа-процедуры в спа-центре. И та женщина, которая мне это делала, она настолько мне профессионально поставила спину, что я просто прекрасно себя чувствую. Что крылья выросли. Да, выросли крылья. Ну что ж, спасибо вам. Наверное, передавайте обратно эстафету Мехри. Да. Мехри, Маша. Да. Все, Маша, девочки, целую вас. Пока, да, Саш. Спасибо за комментарий. Все, счастливо.
Жанна, мы продолжаем? Да, у нас осталась буквально еще минутка эфира. Мы говорим тебе большое спасибо за то, что вышла с нами на связь, и желаем хорошего рабочего дня. Я благодарю вас, спасибо, ребят. Ну и в заключение могу показать наш свиминг-пул. Давай. Жан, а когда ты сама приедешь? Приезжайте еще обязательно. Тут такой сезон, сейчас самый разгар Бодрума. Вот, мы в эфире. Мы желаем тебе хорошего дня, на связи.